Одесская команда «Ты шо» вышла в национальный финал крупнейшего в мире чемпионата по уличному футболу в формате 5 на 5 – Неймар Джуниор 5. Турнир проходил на контрактовой площади в Киеве. «Ты шо» в финале встретилась с житомирской командой «Инбев», которая 2 года назад уже ставала национальным победителем. В решающем матче одесситы проиграли 0-2, таким образом получив серебро турнира. Турнир был интересного формата. Для меня это был первый турнир такого рода, и это было достаточно интересно. Ребят тоже мало знал, с которыми играл. Нужно было адаптироваться, привыкнуть немножко, сыграться вместе. В принципе, очень все понравилось, хорошая организация. Михаил Плохотнюк стал лучшим игроком турнира. В частности, он забил золотой гол, который стал победным для нашей команды в полуфинале. В решающем матче было еще сложнее. Несмотря на итоговое поражение, одесситам игра понравилась. Они оставили все силы на поле. На самом деле, я счастлив, что мы дошли до финала. К сожалению, нам удалось занять первое место. Но в следующем году мы будем стараться представлять Одессу на Украине, а так потом уже представить Украину в Бразилии. Цель наших футболистов с самого начала была попасть в Бразилию и сыграть с лучшими командами мира. К финалу команда дошла не в первоначальном виде, а 2 игроков пришлось поменять, но замены были успешными. Ребята гармонично влились в состав. Мы рассчитываем взять реванш в следующем году, и планируется, что команда «Ты шо» или, может быть, другое название, такое колоритное, может быть, мы возьмем в 2020 году другое, но в следующем году именно одесская команда поедет в Бразилию. Вот это так. В следующем году команда планирует победить и представлять Украину в Бразилии.